А? По-моему, кое-кто говорил, что справится сам. Почему все всегда идет не так? Ты в порядке, приятель? Какого рожна ты с ним болтаешь? По-твоему, тебя наняли сюда молоть языком? За работу! Бегом! Все. Я не могу. Мы не можем тут оставаться. Но я не хочу вот так заканчивать наше свидание. Хватит дуться. Включайся в турборежим, готовь закуску и главное блюдо. Ешь и вали из этого проклятого места. Работай, Энн! Я в порядке! Это ненормально. Долбанный Энн. Почему он не пускает меня на кухню? Он сам не свой. Там что-то случилось? Почему он никогда мне ничего не рассказывает? Почему он всегда хранит все при себе? Почему он оставил меня гнить тут с этими гнилыми зомби? А я даже бесстыдно умоляла остаться с ним. Это было так неловко. А вдруг он думает, что я бросилась к нему как... дура! Идиотка! Дебилка! Тупица! Безмозглая! Я просто хочу провести с ним время. Мне не нужен никакой шикарный ужин. Тупой зомби! Все, слушайте! Все готово? Человек прямо здесь! Она прямо здесь! Я не могу больше сдерживаться! Человек! Надеюсь, Алекс не сильно разочаруется, если я прерву наше свидание. О, нет! Ингредиенты. Кровь, пот и слезы. Буквально. Инструкция. Пошло оно все. Хе-хе, попался! Вообще-то из других посетителей на ужин нельзя, ты знал? Ну, эй, почему вы типа постоянно хотите меня съесть? Я знаю, как аппетитно я выгляжу, но все же... Это типа так несправедливо... Верно? О, придумала! Может, мне для разнообразия попробовать съесть вас? Алекс! Какого хрена ты творишь? Хватит! А? О, это ты! Давно не виделись! Кто это? Она выдула всю бутылку шампанского? Алекс! Алекс! Очнись! Ты пьяна! Нет, только если чуть-чуть. Какого хрена, Алекс? Бедный парень! Зачем ты на него напала? Смотри, что ты с ним сделала! Что? Что значит напала? Он первым напал, тупица. Они все хотят убить меня. О чем ты говоришь? Я уже говорила мне... Думаешь, они просто взяли и послушали тебя? Кем ты себя возомнил? Почему ты встаешь на сторону этих долбанных зомби, а не на сторону собственной девушки? Потому что я зомби, а ты пьяная! Ты выдула целую бутылку шампанского, пока я корячился на кухне ради тебя. Чуть не съела зомби и превратилась бы, если бы я тебя не остановил. Тебе еще повезло! Если бы ты разрешил мне остаться с тобой на кухне, я бы не сидела тут и не пила как разведенка. Что мне еще оставалось? Не знаю! Может, не забрызгивать кровью мои блюда и не тратить всю мою упорную работу впустую? Что это значит? Я позволил тебе использовать свою кухню, учил тебя рука об руку, и вы насладились своим ужином. Не думаете, что нужно отблагодарить нас и поделиться своей чудесной едой вместе со всеми? Будет справедливо, только если вы дадите нам выходное пособие. Видишь? Я же говорила, что они хотят съесть меня. Ты этого не говорила. Почему ты раньше мне не сказала? Теперь нас окружили эти ублюдки. Что? Это ты мне никогда ничего не рассказываешь? Я просила тебя отвезти меня на кухню. Почему ты мне никогда ничего не говоришь? Каким образом это что-то объясняет? Почему ты не понял? Ты должен быть моим парнем!
Вот именно! Парнем, а не дешифровщиком, ради бога! И что ты хочешь от меня услышать? Что я целую неделю усердно работал в этой дыре, а ты теперь не чувствуешь благодарность? Ты! Держать их! Видишь, во что ты нас втянул? Почему ты всегда за все винишь меня? Ну же, дерись! Но я только вчера наманикюрила ногти. Мне нужно оружие. Что ты делаешь? Нет смысла их бить. Они ничего не чувствуют, как и ты, придурок. Что? Не мешай! Скажи мне, почему ты всегда создаешь мне так много неприятностей? Не трожь мои волосы своими гнилыми руками! Где ты трогаешь? Отпусти! Господи, как вкусно! Какой глупый вопрос. Очевидно, что из-за тебя. Ты и есть неприятность, хулиганка. Моя хулиганка. Я могу постоять за себя сама! Нет, не можешь, пьянь! Нельзя вот так соблазнять людей во время драки, идиотка! Да, нет, что? Я не... Я могу! Что ты можешь? Соблазнять меня? Нет, постоять за себя! Нет, ты не можешь даже ясно мыслить! Могу! Их слишком много! Как нам выбираться из этого проклятого места? Видишь, во что ты нас втянул? Эй! Не могу поверить, что бывает свидание хуже, чем наше последнее худшее свидание! Да? Так почему бы тебе что-нибудь самой не придумать? Отдай! Даже не знаю, какое из них оказалось утомительнее. Какого? Верни мой нож! Либо ты, либо тебя! Эээн! Какого хрена ты творишь? Закрой рот! Это так вкусно! Я в раю! Я больше никогда не съем человека! Идиот! У меня все волосы слиплись! Это наказание за то, что ты растянула мою бедную руку! Ты все равно ничего не чувствуешь! А что, если ты сломаешь мне доминирующую руку? Ну так, а я сломала ее? Нет! Я старалась быть аккуратной, пока ты... Эй! Не повторяй за мной! Держись у меня за спиной, коротышка! Ты ни черта не видишь! Заткнись! Ты мне не начальник! Они ушли на кухню! Мы не можем долго их сдерживать! Вам нужно бежать через черный ход! Чем они вообще занимаются? Спасибо, ребят. Вы тут трое единственные хорошие зомби. Нам немного тяжело. Шеф-повар плохо соврал. Нам жаль. Шеф-повар, это толстяк с большой раной на щеке, да? Большое спасибо, ребят. Когда двери откроются, спрячьтесь за ними, ладно? Боже, они вообще не собираются уходить. Они хотят убить их всех? Человек! Не смотрите на меня так. Шеф, они беспощадны. Разве ты не говорил, что она пьяная? Или уязвимая? Ты говорил, что это будет легкая добыча. Откуда они научились так драться? Я научился всему из фильмов Диснея! Не бей! Прости меня! Только не в лицо! Не в лицо!